Итак, записываю опять еще один реакшн на меня же. Про меня сделали просто годный мем. Честно говоря, я не хочу больше делать реакции на мемы. Именно на обширненько, на много роликов по мемам про меня. По причине, что большинство из них очень некачественно сделано. И при этом просто нету особого желания вот много времени потратить, и в итоге очень мало просмотров получится этого всего. Поэтому я решил, если есть какая-то годнота, я просто отдельную реакцию запилю, то и все. Типа, почему бы и нет? Давайте-ка смотрим мем «Я смотрю макароны». А, на макароны. Я смотрю на макароны, макароны смотрят на меня. Между нами пустота, пустота. Я смотрю на макароны, макароны смотрят на меня. Между нами пустота, пустота. Пустота. Макароны, макароны. Откуда вообще пошел этот мем? Типа кто-то реально песню про макароны спел, что ли? Что за рофлы? Смотрю на макароны. Типа, это реально какой-то отдельный видос был с песней? Блин, рафляно на самом деле сделано очень. Ну, неплохо, неплохо. Мне сам мем понравился, но он немного кривовато сделан в том смысле, что рано переходы, что-то исчезает слишком поздно. То есть, допустим, все уже появилось, и только теперь появился стол с макаронами. То есть, вот такое вот. Так, ну ладно, запись заканчиваю. Сейчас буду продолжать стримить. Заходите на мои стримы.